Есть. Снято. Все, поехали. Ой, этими осколками. Вот туда я дрынул, да, около. Нечестная война. Машину ты ставишь так, все тормозит, сейчас разворачиваю, сейчас. Ну вы сюда, понял? Нет. Толян, ко мне за спину. Десятого августа 2014 года. Город Первомайск, Луганская Народная Республика. Мы с вами наблюдаем последствия минометно-артиллерийского обстрела со стороны украинской фронта. Очередного. Ребят, пусти. Может, ты только интервью вот это. Я же говорю, что пойдем. Андрюха, а какое число сегодня? 10. Поздняк уже, с добрым. Один мотор. Давай, я стану вот сюда, напротив этого. Просто-напросто. Люди, смотрите все, это опять репортаж из пылающего города Первомайск, Луганская область. Смотрите, пожалуйста, очередной был минометный обстрел. Нас уже бомбят не только с минометов обстреливают. Мы еще вам покажем, сейчас снимем воронки, бомбили, вернее, самолетов, короче, сбрасывали авиационные бомбы. Воронки достигают глубиной 2 метра и в диаметре около 3 метров. Сейчас все горит, это двор дома, почти в центре города. Полностью все горит, полыхает.
Люди, как могут, перетягивают свои личные вещи, хоть что-то стараются спасти. Мы еще не знаем, кто остался в этих руинах, в этих завалах. Смотрите, пожалуйста, все. Это обращение ко всем. Говорят, что наш город никто не бомбит, или это делают сепаратисты. Сепаратисты находятся здесь. Сепаратисты помогают людям. Развозят людям хлеб. Вытаскивают из подвалов. Сепаратисты спасают людей. Сепаратисты хоронят людей. На сегодняшний день в городе Первомайске, только по официальным данным, это по нашим официальным данным, больше 50 человек, 51 человек погибший. Это те люди, которых мы смогли своими руками похоронить. Но много таких людей, которые хоронят своих родственников под окнами дома, в огородах, на аллеях, потому что у них нет возможности вырваться даже на кладбище и по-человечески похоронить своих родственников. Смотрите, пожалуйста, все президенты всех стран, в первую очередь России, Украины, Америки, Великобритании, Германии, смотрите, что делается с нашим родным городом. От нашего города уже почти ничего не осталось. Город пылает. Вчера целый день горело в центре, наш рынок горел, центральный рынок. Центрального рынка сколько было жертв, сколько мирных жителей. Сейчас мне передают по рации 200 мирных жителей, несколько человек, больше 8 человек. Похоронная команда, несмотря на вот эти все их обстрелы, собирает трупы людей и вывозит. Люди заживо гниют. По городу вчера мы проезжали с ребятами, с корреспондентами. Из жилых домов стоит трупный запах. Это говорит о чем? Что в домах уже люди, которые не один день лежат. Не люди, а трупы людей. Пожалуйста, в городе идет в полном смысле слова истребление всего живого населения. Истребляют народ, истребляют украинцев, истребляют всю Луганскую и Донецкую республику. Они стараются вот таким позорным способом выжить нас с нашей земли. Перекрыла Национальная гвардия полностью все подъезды к нашему городу. В наш город не пропускают продовольствие, не пропускают медикаменты. Ничего, все перекрыто. Под страхом расстрела они закрыли все дороги, не пропускают наш город. Это реальность, люди, это реальность. Помогите, пожалуйста, нам, помогите. Не мне, у меня в руках автоматы, живым я им не дамся. Помогите простым мирным людям. Вот стоит рядом со мной женщина, которая только что чудом осталась живая. Она попала под минометный обстрел. Чудом осталась живая. Рядом Сколько можно нас бомбить? Сколько можно нас стрелять? Сколько месяц сидим под обстрелами? Остановитесь вы! Остановитесь! Неужели у вас нету креста? Как же вы люди? Что же вы нас бьете? Стреляете? Виновите? Что вы делаете? Вы хотите, чтобы мы все подняли? Чтобы мы поднялись за все? Возьмем все оружие, вас найдем, давай. Если вы не остановитесь. Пожалуйста, это обращение что ко всем. Делаете, ко всем руководителям. Вы слышите слезы мирных жителей, которые уже просят оружие, чтобы им раздали мы оружие, и они пойдут до Киева, потому что это киевская власть их доводит до такого состояния. Это Киев бомбит их, это Национальная гвардия. Я стану на колени перед теми людьми, которые сдались российским властям, перед Национальной гвардией, которые поняли смысл этой войны, которые сдаются России. Я стану перед ними на колени только за то, что благодаря им останутся сотни мирных жителей, живых и здоровых. Все, Национальная гвардия, правый сектор, смотрите, что делаете вы, что вы делаете. Остановитесь, сколько вы будете расстреливать гражданских жителей. Остановитесь, президенты, соберитесь все в одну кучу, решите вы вопрос. Решите. Мы голосовали, был у нас референдум и в Луганской, и в Народной Республике. Мы отделились от этого Киева, потому что от этого Киева только ждать можно вот такой хаос.
вот такую разруху. Помощи от них не было никакой. Никакой. Только вот такое вот истребление идет. Сядьте за стол. Решите все вопросы мирным путем. Пускай не страдают мирные жители. Мирное население, оставьте в покое. Спасибо вам всем большое. Сейчас наше интервью будет продолжаться. Потому что это мы только заехали в одну часть города, куда упали снаряды, минометные снаряды. Мы сейчас проедем. Горит еще центральная улица Ленина. Горит. Горит еще до сих пор центральный рынок. Много двухсотых в районе Альберта. Это знают местные жители, знают, где это находится. Много двухсотых там. Была команда операции, пожалуйста, помогите, спасите людей. Мы ездим, насколько нас хватит, мы не знаем. Но мы окажем все и бросим все свои силы на помощь вот таким людям, которые попадают и страдают из-за того, что руководство киевской власти там и вся верхушка. Я же говорю, что они отдают такие приказы бомбить мирное население. А потом у них хватает совести говорить, что это все сделали сепаратисты. Я сепаратист, я преклоняю голову перед этой женщиной. Перед этими стариками, которые находятся здесь. Я преклоняю голову. И я ни в коем случае не прячусь от минометных снарядов. Мы сразу едем туда, где ложатся мины. Стараемся помочь людям. Спасибо вам большое за внимание. Не оставьте это интервью без внимания. Я прошу вас, не только я вас прошу, а в моем лице, потому что я каждое утро объезжаю бомбоубежище, объезжаю город. Люди плачут слезами. Слезами, крупными слезами плачут и просят, когда это закончится, когда эта киевская власть прекратит нас бомбить, когда прекратят они нас полностью стирать с лица земли. Пожалуйста, президенты, Российская Государственная Дума, вы не показываете в моих роликах, вы убираете ту речь, где я иду, веду разговор за Россию, хотя весь интернет переполненный этими записями, весь мир уже просмотрел. Пожалуйста, соберитесь на внеочередную сессию и решите вопрос. Потому что ваши слова в Государственной Думе, вы говорили, если прольется хоть капля россиянина или жителя русскоязычного, русскоязычного населения, хоть капля упадет крови. Здесь уже океан крови, океан. Пожалуйста, помогите, помогите. Спасибо за внимание. И все, кто будет видеть этот репортаж, будет видеть это злодеяние, распространяйте это видео, чтобы видел весь мир, что здесь творится в нашем родном городе. Это город Первомайск, Луганская Народная Республика. Спасибо большое. Где оставались в подвалах? Вы не плачьте, пожарка едет. Да пожарка на выезде, она пожарка. Там где-то остался пожарка. Боже мой. Женщина, хотите выехать в Брянку? Да я не могу, не любит нас. Любит нас, любит. Любит, ну если вы морозы так любят, что ж вы нас оставляете, пожаров убивает нас. Какая же у вас любовь к Крымске. Она говорит правду. Будет ток, и очень большой ток. Батя, пожалуйста, очень большой ток. Потому что мы сейчас выехали. Вся надежда была у нас на Путина. Мы молились на него, что он нас спасет. Но никто нас не спасает. Никто, никому мы не нужны. Жуть, что хотят, то и делают, Господи. Ой, Боже мой, Господи. Будете, если выезжать, смотрите, вы собрали хоть какие-то вещи, давайте мы вас вывезем. А? Спроси его. Спроси его.